Previously on Blur. Thank you.
Главное в гонках на выживание разнести всех соперников в дребезги. Для этого надо собрать заряды молнии и уничтожить как можно больше врагов. Заметки, удары и в особенности за разбитые машины начисляются очки. Следует учесть, что чем больше очков, тем больше маячков. За каждую разбитую машину соперника ты получаешь дополнительное время. Враг будет обороняться и может пойти в контратаку. Что ж, держись.